Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах выпадения шерсти у кошек. Шерсть у кошки является настоящим достоянием, однако иногда владельцы отмечают ухудшение качества шерстного покрова у питомцев. У животных активно выпадает шерсть, редеет шерстяной покров и даже появляются залысины. Линька – естественный процесс смены старой шерсти на новую. Кошки линяют дважды в год. Осенью они сбрасывают свою тонкую летнюю шубку и надевают зимнюю. А когда зима подходит к концу, процесс линьки начинается снова. И они меняют свою зимнюю одежду с густым теплым подшерстком на легкую летнюю. Линька не проходит в одинаковой степени у каждой кошки. На интенсивность влияют два основных фактора – изменение светового дня и смена температуры. В связи с этим наиболее выраженная линька проходит у кошек, проводящую большую часть жизни на улице. Стресс является триггером для активации мышц, поднимающих волосы. Можно вспомнить, как кошка хохлится, когда боится, демонстративно преувеличивая таким образом свои размеры. Но она пытается ввести врага в заблуждение и напугать. В процессе такого активного движения шерсти старый волос, который и так вот-вот должен отпасть, выпадает раньше времени. В результате владельцам кажется, что кошка в одну минуту потеряла никак не меньше половины шерстяного покрова. Но волноваться тут не стоит. Непродолжительный стресс не оказывает губительного воздействия на кожные покровы кошки и не является причиной алопеции. Несбалансированный рацион, нехватка витаминов и минералов тоже могут приводить к ухудшению состояния кожных покровов и обильному выпадению шерсти вплоть до появления залысин. Для здоровья кожи и шерсти кошки важно достаточное количество витаминов А, Е и группы В в рационе. Также белок и незаменимые аминокислоты, цинк, селен и марганец, то без чего нормальный рост шерсти просто невозможен. Повышенное выпадение шерсти у кошек может быть связано с большим количеством факторов, начиная от безобидной линьки и заканчивая серьезными патологиями. Наличие воспалительного процесса на коже или сильное поредение шерсти вплоть до алопеции – основные тревожные сигналы, на которые нужно обратить внимание при оценке серьезности ситуации. С такими проблемами стоит обратиться к врачу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.